давай там смотри, там-то круче. Ура, товарищи! Ура! Ура! Кто у вас на фотографии? Мой прадедушка. Вы его знали? К сожалению, нет. Его не стало, когда мне было 9 месяцев. Но память вашей семьи о нем сохранилась какая? Память... Я горжусь своим дедушкой. Это пример гордости, стойкости... Ой, пример стойкости, мужества, смелости. На фронт он был призван 1 января 1942 года. Сначала служил в 22-й танковой бригаде, а далее в 40-й, 1-й украинский флот. Ага, где закончил войну? В Берлине, дошел до Берлина. Является трехкратным кавалером ордена Красной Звезды, награжден медалью за отвагу, медалью за взятие Берлина и орденом Отечественной войны первой степени. На прошлом году, в прошлом году, вот там прям над Красной площадью. Дорогие наши читатели, с праздником вас! Читайте «Комсомольскую правду», сайт КПРУ. Мы все время будем показывать вам что-нибудь все самое интересное. С праздником еще раз!